Истори земля уральская хранит дивный камень малахит. Ярко зеленью искрится, и прожилка в нем темна. Знаете, люди, существует тайна камня — красота. Давно это было, горный сдел мастер Прокопич тут жил. Малахитово дело познать ремесло, на выучку деду прислали мальчонку. Звали Данила его, и вышло тут с ним приключение. Еще и не открытые бывают. Есть и такие.
Чем бабушка несчастна была? А тем, что сама хозяйка медной горы, тем цветком, что до новых сортов наняли, до горни мастера забирает. Как так? А вот так все мастера в коллежу, так долго не видят. Что хозяйке понадобится, горни и сделают. Случилось не один раз, их работа не для такой мастерства, что в наших мастерах. Чем же отличаются? А тем, что на камне цветок у них стали краснокамни в форме. Данилушка, выбрось это из головы ее слова. Кто поглядит на каменный цветок, тому белый свет мил не станет. А я бы поглядел. Данилушка, не ходи в горе, а то попадет хозяйке в горные мастера. Без каменного цветка мне и жизни нет. Ох, и хороводы в те давние времена водили, да в прибаутки с играми играли, а посмотрите-ка сами. Ворот, где рябина растет.
белыми, бесканными и камней жизни. Приходит, да? Пойдем, ты не ломайся, мы каменница. Я тебе открою.
сейчас сказку расскажу. Были-были, бананы, овца, оставили они стажом щенца и начать без конца. Были-были, бананы, овца, оставили они стажом щенца и начать без конца. Данила, все мое в памяти останется, а ты, Данила, про гору мою людям не сказывай. И ты, Катерина, и думай забудь, ты что, я тебя жениха сманивала, он сам пришел. Прости, хозяюшка, если что, прощай. Любите свой край, берегите его, и он откроет перед вами все свои богатства. Главное, помните, труд да усердие горы сворачивают, а чистое бескорыстное сердце любые трудности преодолевает. Роли исполняли хозяйка Медной горы Влада Осипова, Данила Мастер, Луж Полеонид,
Феста Данилы. Полина Даргауэр. Старый мастер Прокопич. Авдеев Влад. Приказчик Тимофей Булавенко. Бабушка Вихориха София Путифан. Первый брат Катеньки Каримов Адиль. Первая сестра Катеньки Павленко Людмила. Второй брат Катеньки Жаран Данил. Вторая сестра Катеньки Афанасьева Олеся. Третья сестра Катеньки Полозова Вера. Прощевайте, люди добрые! Молодец.